Всем здорово, с вами Фрибро, и сегодня, друзья, вышло новое обновление Warframe, версия, я не вижу версии, но если не ошибаюсь, это 12.4 или это предыдущий, в общем, я не разбираюсь, но суть в том, что появилась вот такая вот штучка. И что же это за перехват, собственно, смотрите, вот в кузнице у нас открылся новый предмет, я не помню, была ли кнопка тут обучения, но все же я ее заметил, может быть, у кого-то не было. Собственно, вот, шифр тетры, я не знаю, что это такое, так как на Warframe Wiki этого еще нету, то есть статью, наверное, уже подготавливают, но суть в том, что ее нету. И что ж, давайте все-таки попробуем сходить сюда, что здесь такое, я понятия не имею. Чтобы здесь тащить, я думаю, возьмем сет получше, чтобы не быть в минусе, а быть только в плюсе. Возьму Эша, чтобы было лучше играть, чтобы было легче. И сейчас, собственно, попробую. Нет, подождите, так не пойдет. Мне нужно его перекрасить. Это очень важно. Ну, для меня так. Вот такой вот цвет пойдет. Так, и что ж, собственно, все. Можно попробовать протащить. Мы будем попробовать тащить соло. И, собственно, как-то так. Сейчас узнаем все-таки, что же это за новый режим такой, новое обновление. А весит оно почти больше половины гигабайта. Это довольно немало. Я не помню, когда последний раз такие глобальные обновления были, но все же они есть. Что же мы видим? Бум. Так, это, друзья, ночь. Тенна и оппонент. Что же это такое? Так, давайте послушаем. Мы запеленговали вражеские коммуникационные вышки. Захватите их и удержите достаточно долго, чтобы можно было расшифровать входящие сообщения. Я думаю, проблем это не составит, хотя, судя по их рангу, я думаю, будет нам немножко сложновато. Лутать я тут не буду, у меня, в принципе, все в достатке. Правда, я не знаю, как выбивать тот ресурс для крафта. Шифр тетры, но все-таки сейчас что-нибудь придумаем, будем как всегда. Вон, смотрите, Тенна, пограничный пехотинец, это наши или нет? Давайте попробуем снять кого-нибудь. Нет, это не наши. Хорошо, собственно, что я попробовал, а то мало ли, нужно все-таки сливать их, а то ай-яй, побьют тревогу и все, считай, спалились. Сейчас попробуем пока стелсом немножечко. Ах ты. Думал, я его не замечу. Не на того напал. Так, смотрите, вот еще какое-то сообщение. Видимо, вот это то самое. Смотрите, двое стоят. Тише. И тише. Страх — это настолько мощное оружие, что я обожаю этот лук, который я вывел, собственно, со сталкера. Захват дельта. Видите, что мы, собственно, проворачиваем? Мы с вами захватываем точку. Все. Вышка работает. Собственно, нас уже спалили, или что это сейчас было? Кто-то по мне... Ах, это искатель. Нет, подождите, что-то не так. Так. Ох, сколько ж вас полезло-то. Так, а я нехорошо. Надо бы всех перебить. Все. Противник захватил вышку. Это что такое сейчас? Я ж захватил ее. Так, я, кажется, немножечко догоняю. Нужно захватывать вышку. Да иди ты нафиг. Да что ж вы? Ай-яй-яй-яй-яй, нет. Прячемся, регеним щиты. Нельзя давать себя в обиду. Так, смотрите, точки. Они захватывают точку B. Сейчас мы должны им навалять. Да идите вы в баню все. Я тут один, если что, для справочки. Так, смотрите, вот, нейтрализация Браво. Мы нейтрализуем точку, которую они захватили, и... Так, конфликт, значит, на точке кто-то присутствует. Нужно убрать его. Все, убрал, и все. Захватываем, захватываем. Так, кто-то там еще стреляет. Ну, сейчас, так. Ой, нет, здесь где-то босс рядом. А вон, собственно, и он. Или это был не он? В общем, ладно. Сливаем, так сливаем. Так. Да что ж такое-то? Так, есть, попал, бинго. Вон он, вдалеке. Все, снял. Классно. Все, отлично. Да вы че, ё-моё. Ай-ай-ай-ай, сейчас добьет меня, сволочь. Так. Две точки наши. Они вот смотрите, какие хитрозадые. Или я не понимаю просто, в чем. Тревога бьет, я не знаю, в чем проблема. Ах ты ж, вот так, значит, да?
Я не понимаю, они здесь будут кончаться или нет. Ладно, давайте попробуем побежать на другую точку. Вот эту, собственно, она тут как раз-таки рядом. Собственно, сможем мы защищать и две точки. Почему бы и нет, да? Вот как. Ах, ненавижу его. Где он? Взлетел куда-то так. Хорошо. Три точки уже с нами. Все, осталось последнее. Сейчас нужно добежать до нее по-быстренькому так. И захватить. И все будет классно, я думаю. Нет, еще одну точку мы с вами потеряли. Конфликт здесь. Кто-то уйдет в баню. Мне кто-то так неплохо из гранатомета садит. Я вот если бы еще увидел, было бы вообще супер. Так, смотрите, вот точку мы держим. Все. Последняя осталась. Нужно захватить. Вот здесь она. Я кого-то слышу. Ага! Еще один. Вот так вот. Со мной лучше не связываться. Все, вроде захватили, пока спокойненько. Смотрите, процентики капают. Мы, видимо, играем за Тена. Так как процентики капают синенькие. А все, что красненькое, это плохо. Законная игра, детка. Вот, еще одну точку захватывают эти сволочи. Давайте отобьем ее. Опять же. Ай-яй-яй. Нет, нехорошо, не круто, стой. Есть, снял. Живи. Нет. Нет, ульта. Ульта, давай, 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 давай. Скилл, ну что? Ура. Вообще не туда, конечно. Так, нужно насобирать жизненник. И желательно еще что-нибудь. Так, вот тут тот стоит, я прям вижу его. Ух ты ж, елки-палки. Ничего вы там, брату, подтянули, ё-моё. Не, нельзя так. Сольют меня, и все, и не круто. Вам-то чё? Чё ж так лагает-то? Еще одну точку они сейчас захватили. Нам нужно пока удержать вот эту как можно... Что-то они включились, сволочи. Вот ты вот. Так. 270 жизней, не круто. Так, захватываем. Пока на нашей стороне 50% того, что нам нужно удержать. Это, я думаю, неплохо. То есть мы продвигаем, точнее я продвигаюсь, но тащить солешник это непросто, но, как видите, пока я справляюсь, вроде держимся. Так, но вот с щитами уже проблемка есть, такая уже и не маленькая, то есть жизни уже мало, но самое главное для меня это щит, он у меня вкачан так-то неплохо, но можно было бы, честно, и лучше, правда, можно было бы лучше. Так, нет, точку я задержал, все, нужно захватить точку А. Сгинь. А вот минус, смотрите, патроны на луке у меня уже близко к исходнику, так что я возьму револьверы и буду дамажить с них, так как патроны на крайний случай, где он там? Так, вот как раз таки на вот этот крайний случай мне и нужны патроны. Так, там босс, ну такой небольшой, знаете же, таких прокачанных солдат что-то лагает. Так, вот этого нужно вообще в первую очередь слить. Так, все есть. О, как я урон раздамажил-то. Так. Все, сейчас захватим эту точку и глянем, что дальше будет. Так, они вон ту уже хапают. Ну-ка, уйди-ка. Эй, свали! Вот так вот. Это что за фигня? Давай-ка иди отсюда. Ну да, нашел, с какой дистанции в пулемет садить, ну. Так, все. Все точки под нашим контролем в данный момент находятся почти. Так, ну вот эту точку я захвачу, и все будет... Так, нет, ну что такое? Так. Вон, так вот ты, так ты умер. Вообще не понимаю, что тут происходит иногда. Возьму мод, мало ли, может какой-нибудь классный. Нет, вообще не классный. Так, двоих стрелой, классный. Идем, 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 идем. Патрончики на исходе, друзья. Воу, ой-ей, полегче, 8. А, так, ладно, не беда, возрождение. Так как мы почти закончили, нельзя на этом останавливаться. Нужно вон того и ракетчика. Вот, кстати, и был тот самый ракетчик. Я не хочу опять резаться, не нужно. Правда, 500 хп, ребят, ай, полегче. Все, уничтожьте всех оставшихся, вот это мне уже нравится. Так, все, нужно свалить отсюда и порегенить щиты. Вот здесь, думаю, да что ж такое-то. Так, все, вот здесь можно отсидеться и порегенить потихонечку. Так, что ты там сказала? Потише там. Так. И осталось еще человек 8. Ровно 8.
если судить по меткам. Но я думаю, метки это только основные, а там еще кроме них имеются. А стрел у меня 19, так что, наверное, буду их с лука. Так. Отправляйся в ад. Или куда вы там отправляетесь? Так. А вот так вот. И вот так. Полегче, полегче. Так, что у нас тут? Так, фонариком подсветим, не споткнемся, все классно. Так. Вот так тебе. Так, ну все, ребята, хана вам. Я надеюсь. Да, все, двое осталось. Так, и мой нелюбимый. А, вот так тебе. Возьмем ресурсы с тебя. Так, все. Противник высадил дополнительные силы. Ты что, издеваешься? Конечно, забрать и выйти, друзья. Это была только демонстративная битва. В общем, суть, я думаю, понятна. Вот, мы выбили целых... Я две штучки выбил сразу. Вот, сейчас осталось еще разок сходить, и все будет круто. И, то есть, в конечном итоге я вам объясню, что там, что как будет, когда я выбью еще одну такую штуку. И мы с вами посмотрим, что же нам даст крафт этого самого... шифра тетры. То есть я даже не знаю, понятия не имею, для чего он нужен, но я думаю, мы с вами разберемся. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Фрибро, до новых встреч, друзья, всем пока! Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на канал!